Друзья, приветствую еще раз. Давайте рассмотрим основные активы, что с ними будет происходить. Так, ну это рубль-доллар, часовой таймфрейм на фоне укрепляющейся нефти. Я думаю, весьма вероятно будет тестирование 79 в случае пробития и закрепления. Цель движения здесь будет на 77, 74, 77,6. Вот сюда вот. Ну и если вот этот уровень будет пробит, 77,5, то пойдет движение на начало вот этого гэпа на 75,9. Однако для этого надо, чтобы нефть, она хотя бы за 31 закрепилась и начала движение на 35. В случае, если сегодня мы увидим какой-то негатив или проторговку по нефти, то есть остановка роста, то у нас цель движения по рубль-доллар будет 8,68. Вот сюда вот. Ну и если вдруг случится обратный сценарий, когда нефть начнет сыпаться, что маловероятно, то, соответственно, здесь тестирование 81,97, пробитие и уход. Следующая цель движения это будет 85,86. С евро здесь ситуация аналогичная. Несмотря на то, что есть цель на укрепление евро к рублю, вот 88,25, когда-нибудь она будет отработана по факту пробития 87,43. Сейчас текущая ситуация указывает на то, что более вероятно укрепление рубля на фоне растущей нефти. И цель движения 84,87 первая. Далее в случае пробоя 84,47 будет движение на 83,34. И если нефть уходит на выше 31 на 35, то увидим и закрытие вот этого гэпа и движение на 82,66. Вот по евро здесь очень сильный набор позиций был в районе 82,66, 82,77. И поэтому велика вероятность, что хотя бы задержка вот сюда вот на это значение произойдет. Так, друзья, на фоне того, что нефть укрепляется, вполне как бы по фьючерсу РТС мы можем увидеть позитивную динамику. Здесь первая цель движения 85,670 вот сюда вот. И по факту закрепления, соответственно, тестирование вот этой крышки верхней 104. Вообще как бы у него есть цель вверху 130,750. Если как бы нефть на 35 идет, закрепляется, а дальше пытается на 40 сходить, то мы увидим отработку вот этой цели. Но пока, конечно, то есть об этом, ну, это кажется фантастичным, но с учетом того, что ФРС начал неограниченно печатать деньги, в общем-то, вся фантастика, она может быть реализована. Так, ну и часовик указывает на то, что здесь все-таки набор позиций идет. По часовику ближайшая цель движения это 94,200 вот сюда вот. Вот, наверное, прямо на открытии, с учетом растущей нефти, мы можем увидеть движение сюда. Так, есть вот внизу цель 85,700. Возможен короткий задерг сюда. Ну, там, либо корректирующее движение вниз по нефти, либо что-то другое. Сюда могут задернуть, потом движение восстановится и пойдет рост. Вот. Но если нефть все-таки будет падать, то пойдем тестировать вот этот перелой 80-850. В случае его пробития цель движения 78-800. Пока такой сценарий маловероятен, больше указывает на то, что прямо вот с утра откроемся с гэпом на 90-270 и потом будет движение на 94-200. По факту пробития 95-350, цель движения 106. Вот сюда вот. Так, ну вот Сбербанк вчера закрылся немножко негативно. Я думаю, с утра это все исправится. Все равно он находится вот в этой консолидации, которая простирается от 175 до 200. С утра у нас на фоне того, что идет такой большой позитив, я думаю, мы очень легко по Сбербанку гэпанем. Цель движения первая будет 196-195. По факту закрепления может пойти на 200-205. Но по Сбербанку здесь вот видно формируется растущий тренд. На открытии, скорее всего, сразу будет движение на 196-195, как под нефть это видно. И потом в случае пробития 200
у нас цель движения открывается 206-207, даже не 205, а 206-207 вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Если все-таки пробитие на объеме 180,5 происходит, то в этом случае будет быстрое движение на 176 вот сюда, вот в этот диапазон. Так, Газпром, но по Газпрому, я думаю, тоже мы увидим с утра ралли на фоне того, что нефть отскакивает и все растет. Но по Газпрому у нас цель движения вот сюда, вот 177 и закрепление на ней. А как только закрепится, следующая цель, которая возникает, это 201. Так, ну и по часовому таймфрейму, что здесь можно увидеть? Скорее всего, вот у нас с гэпом будет открытие куда-то сюда на 173,5. И потом, наверное, движение на пробитие 177 и закрепление вот здесь вот 180, либо 182. Вот два значения, куда он будет сегодня с утра, если негатив не одолеет, стремиться сходить. Вот. Есть у него сильная поддержка, которая здесь сформировалась. Это 167,5 и 165,5. Вот пробитие этого диапазона очень негативно отразится на акциях Газпрома. Так, далее Северсталь. Ну, смотрите, здесь у нас просто идеальная консолидация с набором позиций по дневкам. Ну и цель движения у нас это пробитие 830 на растущем объеме и далее взятие 860. Так, часовой таймфрейм. У нас здесь четко прорисована цель. Первая цель движения это 817. Вот сюда вот. И в случае закрепления здесь движение на 836. Я думаю, с утра очень динамичное будет движение наверх на фоне всего этого позитива, который из США исходит. И вполне как бы вероятно, что сегодня мы сначала протестируем 845 и по случаю пробития можем и на 860 сходить. Помним о том, что если будет пробитие 784 на растущем объеме, это будет означать, что вот эти все попытки они свелись на нет. И пойдет проседание к нижней границе, которая на 770 находится. Здесь вот единственная только свечная формация, она указывает на то, что тут скорее будет снижение. Но по факту того, что все растет и отскакивает. Так, но что касается сталилитейщиков, смотрите, какая чудесная компания. Чудесная ситуация по китайским, японским сталилитейщикам. Они сегодня растут на 1,5-5%. И поэтому наша сталь, это Северсталь, НЛМК и ММК с утра будут тоже подскакивать где-то процента на 1,5-2, может быть даже и на все 5. Слишком там накопилось много энергии, прям вот сдавленная пружина, которая вот-вот выстрелит и отскочит. Это не значит, что сейчас начнется растущий тренд. Это значит, что сейчас может быть очень хороший отскок, на котором можно заработать деньги. Так, друзья, далее ситуация по металлам. Но у нас сегодня серебро хорошо плюсует. Имеем палладий, то есть норильский никель сейчас, наверное, в космос отправят прямо с утра. Так, ну, по серебру, по золоту хорошая динамика. Особенно хорошая динамика по палладию. То есть сейчас как бы с норильским никелем на открытии будет все отлично. Вот. Ну и полиметалл, наверное, тоже подрастет прямо с утра. Так, по норильскому никелю у нас, вот смотрите, здесь по аналогии с металлургами черными идет накопление. Судя по тому, что палладий на 1850 сегодня будут отправлять, наверное, по норильскому никелю у нас прямо с утра будет очень бойкое открытие. Я думаю, на 17 тысяч, если не на все 18300. Причина такого движника, во-первых, хорошее накопление, во-вторых, очень мощный рост палладия. То есть раньше он был сильнейшим образом зависим от никеля. 40% выручки и прибыли занимал никель. Последние полгода ситуация изменилась. И теперь не 40% никеля, а 20% палладия, а наоборот. 40% палладии и там чуть больше 20% выручка от никеля. Поэтому с утра, скорее всего, увидим движение. Ну сюда вот, это вообще в легкую 16870. Вот цель 17150, с утра она прямо будет закрыта. И дальше, скорее всего, движение 18300. Следующая цель 18860. И далее идет цель на 20700, вот сюда вот.
Вот. Но и здесь может быть пробитие на растущем объеме 15-250. Если это происходит, то идет движение вниз на тестирование 14-200. Такое возможно, но сами видите, палладий как растет, с утра скорее всего улетит ракета на 18-300. Так, ну вот полиметалл у нас поджался, но я думаю, сегодня он свое возьмет. Скорее всего, с утра прям будет движение на 1100. Очень высокая вероятность. Но под Невком здесь видно идет набор позиций, консолидация. Ну и часовик указывает на то, что сформировалось движение, у которого конечная цель находится 1100-1120. Вот, высока вероятность движения наверх. Здесь был сильнейший набор позиций удержания на сильном уровне. Вот, если будет движение в диапазон 1010-980 и здесь проторговка, то скорее всего это движение не состоится и пойдет откат в диапазон 984-942. Я думаю, больше вероятность того, что с утра будет рывок. Очень хорошо растет серебро. Золото тоже в плюсе. И поэтому полиметаллы, ГМК, ну, наверное, три бумаги, которые будут лидерами с утра. Это Сбер, ГМК из-за палладия и, возможно, полиметалл. То, что касается роста. Все, друзья, спасибо за внимание. Пишите под видео, какие вопросы. Постараюсь оперативно отвечать.